На Первом канале состоялась долгожданная премьера песни группы Little Big, с которой участники питерского коллектива надеются покорить Европу. Представителей России считают одними из главных претендентов на победу. В этом году Евровидение должно пройти в голландском Роттердаме. За победу в конкурсе собираются бороться представители 41 страны. Все участники давно презентовали свои композиции, и только представители России до последнего держали интригу. В эфире шоу «Вечерний Ургант» группа Little Big наконец-то презентовала композицию, с которой попробует покорить Европу. Представители нашей страны выступят на конкурсе с песней «Уна». Как и обещал лидер группы Илья Прусикин, композиция получилась веселой, с бразильским оттенком. На съемке клипа у ребят было немного времени, но даже в сжатые сроки им удалось создать забавное позитивное видео. Участники коллектива исполнили песню в ярких костюмах. В клипе солист группы Илья Прусикин, Ильич, в прозрачной рубашке и в голубых брюках Клёш исполняет песню на испанском и английском языках. Вместе с ним в кадре поет Софья Таюрская, она лежала с Ильей в кровати в клипе на хит «Скибиди». Вместе с выходом конкурсной песни Little Big планируют запустить очередной танцевальный челлендж, как после премьеры их самого популярного хита «Скибиди». В интервью радиостанции «Европа плюс» Илья заявил, что ответственность, возложенная на них, очень давит психологически. «Нам это весело, по приколу, но мы не знаем, выиграем мы или нет. И возлагать такие надежды на нас не надо», — попросил музыкант. Илья также рассказал, представителей каких стран считает своими главными соперниками на конкурсе. «Исландия – это прямо очень хорошая группа. Потом Литва, Болгария», – поделился мнением Илья. Панк-рейв группа Little Big появилась в 2013 году. Ее основал выпускник Санкт-Петербургского института культуры Илья Прусикин. В 2014 команда выпустила первый альбом. Little Big покорили мир своими хитами «Скибиди», «I Am OK», «Фараденса», «Go Bananas» и другими. В прошлом году Россию представлял Сергей Лазарев с песней «Scream». Артист второй раз стал третьим. Победу одержал голландец Дункан Лоуренс с композицией «Arcade». Финал Евровидения 2020 состоится 16 мая. Солист группы Little Big женился в преддверии Евровидения. Звезды российского шоу-бизнеса эмоционально отреагировали на новость о том, что группа представит страну на конкурсе. Кто такие Little Big и почему их все обожают, читайте в нашей статье.